субботу Т-плюс демонтируют градирню Ивановской ТЭЦ-3. Работы запланированы в рамках ремонтной программы энергообъектов Владимирского филиала компании. Демонтаж градирни номер 1 79-го года постройки, которая на протяжении последних нескольких лет находилась в резерве, проводится для оптимизации мощности Ивановского энергоузла. Градирню демонтируют методом направленного взрыва в соответствии с проектом, утвержденным Ростехнадзором, с последующей разборкой механизированным способом. Такой способ позволяет быстро, эффективно, а главное безопасно разобрать устаревшую конструкцию. Ивановцам снос, как обещает ответственный за проведение работ, не доставит неудобств. Это простой демонтаж. Значит, взрывные работы в руках специалистов вполне прекрасный способ, очень безопасный. А жителям спокойно к этому относиться. Ни в коем случае не надо прорываться через зону оцепления. Селфи делайте где-нибудь в другом месте. Вид прекрасный. Вот трассы основной от вашей улицы, прекрасный вид. От стороны ТС-3 микрорайон, прекрасный вид. Все видно. Сюда приближаться не имеет смысла. Все равно будет оцепление, и всех выгоним отсюда.